Девушки – сложные натуры. Никогда не знаешь, что именно может вывести ее из себя. Милый, купи кота. Нет. Вот все говорят «нет», а ты возьми и купи кота. Ну, пожалуйста. Такого пушистенького, хорошенького. Такого, который будет делать мур-мур-мур. Только представь. Его можно гладить и тискать. Ну, пожалуйста. Нет же, сказал тебе, отстань. Мне нужно работать. Ух, даже на рабочем ноутбуке уже одни котики. Ну, любимый. Нет. И взгляд котенка из Шрека тебе не поможет. Уж если девушка чего-то хочет, так просто от нее не отделаешься. Мяу, купи, купи, купи. Ох, опять ты. Это просто маленький котенок. Он будет настоящим панькой. Да ты его даже не заметишь. Ни минуты покоя. Вот это настойчивость. Кажется, у нее получилось растопить его сердце. Вот, держи своего пушистика. Котик, ура! Ох уж эти девочки. Выпросят все, что угодно. Быть хозяйкой хорошо, но быть умной и хитрой хозяйкой еще лучше. Куриные ножки, гриль и большую пиццу, пожалуйста. А пока заказ едет, займемся деталями. На сковородку немного масла, на противень горсть муки, припудрить мукой лицо и надеть фартук. Ух, кажется, все готово. А вот и доставочка подоспела. Выкладываем еду из коробок. Милый, ты очень вовремя, пицца как раз готова. И ножки с пылу с жару. Хозяюшка, вкуснотища, пальчики оближешь. Еще бы, работал шеф-повар. Правда, я даже не знаю, как его зовут. Сборы на свидание всегда такие волнительные. Макияж, прическа, наряд. Все должно быть на высоте. Пара последних штрихов и готово. Ну, постой, что это с ногами? У тебя что, украли бритву? Держи мою, она совсем новая. С этой погодой не поймешь, когда сбривать волосяной покров. То жарко, то холодно. Ну, кажется, готово. Смотри-ка, что придумала. Здорово, что платье длинное, а разрез только на одной ноге. Ее и побрила. А вторая пусть остается в тепле. Только тсс, никому. Ну ты гений. Гладко, тепло, гладко, тепло. Никогда бы до такого не додумалась. Время чаепития. Любимая, смотри, что у меня есть. Ух ты, тортики. Такие красивые и разные. Пахнут просто обалденно. Даже не знаю, с какого начать. Как вкусно. Но парню об этом знать не обязательно. Фу, не ешь. Кажется, это просрочка. Крем просто кислятина. Ой-ой, а второй еще хуже. Это же надо. Держи, попробуй, какая гадость. Вот обманщики. Аппетит парня безнадежно испорчен. Пойду-ка я лучше прогуляюсь. Правильно, милый. А я позабочусь об утилизации тортиков. Идите-ка ко мне, сладенькие. Этот официант такой душка, прям глаз не отвести. А какой вежливый и обходительный. Молодой человек, а можно попросить водички? Пожалуйста. Интересно, он вообще заметил, что я с ним флиртую? Официант, а у меня тут водичка закончилась. И опять. Ну вот, снова. Ой, как у вас душно. Налейте еще стаканчик. А теперь счет, пожалуйста. Кажется, он готов к следующему этапу. Вкладываем в счет листочек с номером телефона и ждем звонка. Как думаешь, он ей позвонит или нет? Напиши свой ответ в комментарии. Подруга, чем сейчас похвастаюсь? Алло, алло, пронто-пронто. Да-да, тебе не кажется. Это мой новый смартфон. Любимый подарил. Это просто кайф. Поздравляю. Жаль, мне так не повезло. Милый, смотри, я тоже такой хочу. Зачем тебе новый телефон? Этот что, сломался? Ну вот, чего и требовалось доказать. Что ж, придется идти на хитрость. Незаметно прячем мобильник под сумочку. Ну, нам пора. Не скучай. Ой, я такая невнимательная. Сумку забыла. Подашь? Упс. Закон телефона. Падает всегда экраном вниз. Какой ужас. Разбился? Разбился. Ну и как мне теперь быть?
Экран треснул, не работает ничего. Вот это я попал. Так-так-так, коробочка, а в ней новый телефон. Камера, диагональ, все как я хотела. Алло, дорогая, ты не поверишь. Да-да, подействовала. Купил мне новенький смартфон. Представляешь? Да-да, сейчас скину пробное селфи. Чтобы жить с игроманом, нужно иметь железные нервы. Обедать за столом? Не слышал. Выпустить джойстик из рук? Да он, наверное, и в туалет с ним ходит. В комнате вечный хаос. Фанату игр явно не до уборки. Еще и на замечания не реагирует. Да сколько это может продолжаться? Целую вечность. Ах, ты еще и дерзишь? Остается один выход. Шантаж. Значит так. Или ты сейчас же наводишь здесь порядок. Или можешь попрощаться со своей игрушкой. И я не шучу. Ладно, ладно, чего ты сразу начинаешь? Вот смотри, комната уже практически сияет. Так-то лучше. И учти, молоток у меня наготове. Хм, а я крута. Почти как Харли Квинн. И сколько можно ее ждать? Я еще не постарела, интересно. Постареть-то вроде не постарела, но заросла нормально так. Мамочки, ну и видок. И как я не заметила такую пышную грядку бровей? Еще и пинцета, как назло, нет под рукой. Хорошо, что в кармане всегда найдется немного мелочи. Складываем монеты стопочкой, так, чтобы одна выпирала в бок, а с другой стороны был зазор. И выщипываем ими брови. Только аккуратнее, чтобы не прикусить лишнего. Нам ведь не нужен синяк. Ой, а вот и подружка подоспела. Выглядишь прекрасно. Мужчины, ну прямо как дети, иногда им жизненно важна наша похвала. Вот смотри, милый, как вовремя ты зашел. Мы битый час пытаемся открыть банку, а она ни в какую. Может, поможешь? Вау, ну ты просто супермен. Раз, два и готово. Настоящий силач. Но есть немного. Продолжай. Вот видишь, мелочь, а приятно. Варенье, кстати, хочешь? Да, кухня выглядит так, будто здесь проходили военные действия. И как можно было ее так уделать? Как бы сделать так, чтобы уборкой всего этого занялся любимый? Точно, записки. Романтично и по делу. Главное подвесить перед глазами. А вот и парень. Помой посуду. Ну что ж, если девушка просит, готово. Упс, что? Подмети пол. Ну ладно. Еще и окно помыть? Интересно, эти задания когда-нибудь закончатся? Да, девушки приучат к порядку кого угодно. Подруги разрабатывают хитрый план по завоеванию парня. Нужно сделать первый шаг, чтобы подтолкнуть его к более активным действиям. Помогут воздушные шарики. Встречаемся в условленном месте. Ах, прогулка была просто чудесной. Спасибо, дорогой. А теперь твой выход, подруга. Главное, в подходящий момент громко лопнуть шар. Мамочки, стреляли? Ой, прости, от страха совсем голову потеряла. Держи меня крепче, любимый. Простите, пожалуйста, я вас напугала. И кто сделал эти шарики такими хрупкими? А вас, мужчин, такими нерешительными. Вот так всегда. Сядешь губы подкрасить и обнаруживаешь, что весь макияж поплыл. Но ведь еще целый день впереди. Так оставлять нельзя. Берем миску с ледяной водой, погружаем в воду лицо. Теперь промакиваем сухой салфеткой. И готово. Ну, другое дело ведь. Прекрасно всего за минуту. Не любишь ходить с парнем на шопинг? Ты просто не знаешь, как это правильно делать. Мамочки, ты только посмотри, какая сумка. Шик. Ну, вроде да. А платье? Это же просто от кутюр. Только представь, как я буду выглядеть в этом. А в этом? А это просто вишенка на тортике. С ума сойти, сколько красоты и все в одном месте. Что ж, на сегодня хватит. Можно идти на кассу. Осталось рассчитаться. Ох, вот незадача, я, кажется, забыла кошелек дома. Милый, выручай, ты же заплатишь? Конечно, для тебя что угодно. У меня же деньги и в кошельке сами собой появляются. Хорошего дня. Вот это настоящая женщина. Главное, чтобы с процентами возвращать не пришлось. Иногда так хочется побыть наедине с собой. Посвятить себе часок-другой, подумать о жизни. Ногти накрасить, в конце концов. Ой, кто-то идет. Время прикинуться спящей. Кажется, прокатило. Хорошо, когда домочадцы ведут себя деликатно. Возвращаемся к маникюру. Повторная тревога, занять позицию лежа, укрывшись. Какая забота. Класс, и почему я не додумалась до этого раньше? А вот подруга может испортить все планы. Ой, а не могла бы ты не забирать лак?
Лучше помоги накрасить вторую руку, а то я пыталась и уснула. Конечно, не дергайся. Аккуратно. Как спалось? Рассказывай, что снилось. Понравились наши женские хитрости? Каким из этих лайфхаков ты обязательно воспользуешься? Напиши нам об этом в комментарии. И не забудь поставить лайк этому видео, подписаться на наш канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить еще больше полезных идей для девушек от команды TrumTrum Select.